Просьба, пожалуйста, не толкайтесь, не торопитесь. Сумки ставьте, пожалуйста. Подходите к волонтерам, говорите, что мне долго ждать, вам могут предоставить какой-то там временный ночлег. Для... Мужчина, это не ДПРМ. И... Еще раз, Саша. Это не ДПРМ. Скажи, Поляница. Украина. Последний раз мы попали в Краматорске на вокзале, когда обстреляли вокзал, и мы были там, когда погибло 52 человека. Мы бачили гору трупів, бачили, и стекла побиты, и мне осколком стекла в лоб попало. Люди раненые, без ног. Дети маленькие валялись, вот такая ракета лежала, дымилась, мы это все видели. Мы просто с вокзала текали. Нас, правда, быстро эвакуировали на другой вокзал, в другом рядом городе, и мы вот 3 дня добираемся, еще не добрались до пункта назначения. Где Саша? Очень страшно, очень страшно. Паника была у всех. Дети маленькие, груднячки, мы в зале были, где одни дети. Дети грудные, все эти, все падали на пол. Очень страшно. Не надо. Не надо их. В дальнейшем ваши жители, они могут вам предложить различные варианты переезда в разные страны. Вибиралися дуже важко, під обстрілами, з дитиною. Нас їхало, групами виїжджали з машинами. Важко, дуже важко покидати рідне місто, якого вже нема. Ну, ми надіємося і віримо, не то, що віримо, ми знаємо, що наші хлопці дуже-дуже гарні, і вони нікому і ніколи не здадуть наше гарне місто. Нужен волонтер, простите, как они.